Зарегистрировали еще 60 случаев коронавируса. Двое инфицированных приехали из-за границы, из Италии и России. Были обработаны результаты более 6 тысяч тестов. Среди зараженных ни одного медработника. 43 пациента в критическом состоянии, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На лечении в больницах находится 154 зараженных. Жертвами коронавируса стали еще 3 человека. Количество летальных исходов увеличилось до 6 тысяч 165. В пятницу выписали 82 человек.